Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Самое выгодное предложение дня. Когда у меня появился первый смартфон, друзья мои, я не мог поверить своим глазам, потому что я с огромным удовольствием мог смотреть фильмы и сериалы где угодно и когда угодно. Где бы я ни находился, везде и всюду, у меня был с собой карманный телевизор, я вам больше скажу, карманный компьютер, плюс еще в нем фото и видеокамера отличная. Это такие яркие эмоции. Ну, радуешься действительно как ребенок. Это действительно очень приятная и очень полезная вещь. Ну а теперь конкретно об этом смартфоне. Почему именно он? Потому что у него, друзья мои, самая доступная цена и самое высокое при этом качество среди одноклассников. То есть по цене мобильного телефона, вы видите ее, 3499 рублей со скидкой более чем в 50%, вы получаете смартфон с большим экраном, с чехлом в комплекте силиконовым и при этом стильный дизайн. Смотрите, красный, золотой и черный цвета. Выглядит по-настоящему роскошно. Важный момент. Мы уже его показывали в эфире. И в прошлый раз его заказали более чем 5000 экземпляров. Более 5000 смартфонов заказали у нас за один день. Потом позвонили наши телезрители, причем звонили в эфир и благодарили. Говорили, что очень удобный телефон, очень удобный смартфон, им очень приятно и полезно пользоваться. Говорили спасибо. И поэтому мы снизили цену до предела, мы сделали скидку больше, чем 50%. Теперь вы можете прекрасно им пользоваться. Посмотрите сами, и вы все поймете. В чем тут разница? 3700 рублей это скидка, а 3499 рублей это его настоящая нынешняя цена. Итак, что мы делаем здесь? Как у нас тут все происходит? Мы с этим смартфоном мы можем буквально разговаривать. Мы с ним можем общаться на одном общем языке. Мы можем управлять им с помощью голоса, потому что это современные технологии. Итак, друзья, вы можете буквально задавать ему любые вопросы, самые простые вопросы. Можно даже сложный вопрос, хоть высшую математику у него спрашивайте, он будет с вами разговаривать, он будет вам на них отвечать. Итак, друзья, смотрите, что я делаю. Я просто беру и спрашиваю у него. Ну, не знаю, что-нибудь простое можно спросить, да, если вы не против. Давайте спросим, например, погода. Погода во Владивостоке. В настоящее время во Владивостоке плюс 4, облачно с прояснениями. У кого-то возник вопрос, почему так громко, друзья? Потому что у нас есть уникальная возможность подключать это устройство, например, к колонке какой-нибудь. Вот у нас есть отличный вариант, отличное предложение. О ней позже поговорим. Ну, а теперь давайте еще какой-нибудь более сложный вопрос. Валентность калия. Калий в любых соединениях одновалентный. Самый старый человек в мире. Бах Гато, житель Индонезии, говорит, что является самым старым человеком на Земле в свои 145 лет. Друзья, любые вопросы. Можно задавать абсолютно любые вопросы. Он на них отвечает мгновенно и легко. Друзья, напоминаю, вы получаете сразу же в комплекте вот этот силиконовый чехол. Вот этот силиконовый чехол, который, кстати, если детям будете дарить смартфон, вот этот силиконовый чехол очень пригодится. В том числе не только детям, конечно, но и детям тоже. Потому что он дольше проживет, этот смартфон. Потому что меньше царапин, практически их не будет. Ну какие царапины, когда тут силиконовый чехол? И даже в случае небольшого падения этот чехол может защитить смартфон от повреждений. Еще раз напомню цвета. Это золото, это красный цвет и черный. Черный матовый, золотой и красный, они глянцевые цвета. Выглядит здорово. Мне нравится, кстати, чехол еще и за то, что он не скрывает этот самый цвет. Они что с чехлом, что без него, выглядит прекрасно. Итак, друзья, ваш незаменимый друг, помощник, он всегда и везде рядом, он всегда под рукой, он всегда готов прийти к вам на помощь. Какой-то вопрос возник, нужен какой-то рецепт или нужен какой-то совет житейский. Этому смартфону можно доверять. Вы можете задать ему вопрос, он вам на него легко и просто ответит. То есть вещь, палочка-выручалочка, вещь, которая всегда с вами, всегда вам может пригодиться, всегда вам подскажет.
всегда поможет увидеть родных и близких, поможет сделать фотографии, опять же, потому что здесь хорошая фото- и видеокамера гораздо лучше, чем в телефонах, если уж мы сравним, потому что они стоят, напомню, одинаково. Итак, друзья, представьте себе ситуацию. Вы задержались на работе или где-то в пробке в автобусе застряли, сидите, скучаете и понимаете, что к началу любимого ток-шоу или любимого сериала вы просто не успеваете. Что делать в этой ситуации? Доставайте смартфон, друзья. Я предлагаю вам не смотреть фильм, который у вас там скачан на сам смартфон. Я предлагаю вам смотреть тот телеканал, который вы хотите увидеть. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда. Даже программа телепередачи есть. То есть здесь что-то запыли, хотите, оп, посмотреть, достали. Видно, все просто. То есть это ваш карманный телевизор. Еще раз, секунду, вот проанализируйте, да? Карманный телевизор за 3499 рублей. Сходится, да? Хорошо, по-моему, это очень хорошо. Итак, друзья, вот прямой эфир у меня здесь есть. Он громкий, кстати, динамик. Даже можно будет смотреть, если вдруг что. Можно смотреть его и без наушников. То есть, если вы там никому не мешаете, прекрасно, можно смотреть без наушников. Ну, тут реклама идет, это реклама самого Первого канала, это не реклама, приложение. Вещь полезная, вещь удобная. Рекомендую настоятельно, отличный подарок на Новый год. Кстати, важный момент. Новый год, вы встречаете Новый год, собрались наконец-то всей семьей, а это вы понимаете, бывает крайне редко, и захотели сделать что? Правильно, фотографии. Эти фотографии нужны, потому что на них это не просто фиксация того, кто пришел, а кто не пришел, а это на ваши эмоции. Как эти эмоции потом вспомнить? Очень легко, с помощью этого смартфона. Вы во время новогодней ночи фотографируете, ну и дальше новогодних праздников, а потом хоть целый год, хоть и следующий год тоже, пожалуйста, перелистывайте эти фотографии, смотрите их и будете вспоминать, как здорово вам было, как весело вам было. Посмотрите, какое качество изображения. Посмотрите, какие цвета. Это отличный, отличный в этой ценовой категории смартфон с фото- и видеокамерой. Будете делать фотографии, вы потом их даже сможете распечатать в формате для альбома такого классического фотоальбома. Друзья мои, цена сегодня уникальная. Скидка больше 50% на смартфон. Стоит дешевле, чем мобильный телефон. Бесплатная доставка при заказе двух. При заказе одного доставка всего 199 рублей. Подробности у операторов колл-центра уточняйте. Вы такого больше нигде никогда не найдете.